Всем здрасте. Какой же спорт без правильного питания, друзья? Я нашел эту лапшу китайскую. И я хочу, чтобы вы знали, что бич-пакет, он помогает укреплять костную ткань, соединительную, увеличивает метаболизм, расширяет сосуды, мышцу миокарда. Так что, друзья, мы же не дураки. Надо учиться питаться правильно. Бич-пакет – это находка. Так что, друзья, тот, кто хочет хорошо выглядеть, следить за собой, за спортом, всем рекомендую бич-пакет. Конечно, я вас прекрасно понимаю, друзья. Это то, что мы в детстве нюхали, ели, кусали в сухом виде. Все это добавляем, друзья. Сегодня я ваш диетолог. Привет, алкаш, привет. Дальше, что мы сделаем с вами, друзья? Что мы с вами делаем? Нам нужны еще специи. Так, приходите ли ко мне? Конечно же нет. В сердце у меня одна девушка. Зовут ее Милена. Как бы тяжело у нас не было, но мы до сих пор вместе. Я, друзья, вам желаю таких же отношений. Не в плане эмоций и ругани, а в плане все-таки желания не уходить друг от друга. Так, друзья, ну вы сами понимаете, что здоровое питание — это сложно, но я сам утра стараюсь, и надо, чтобы правильно усваивались продукты и жарить до хрустящей корочки, если вы не знали. Вот. Очень полезны для сердца куски сала и жира. Вот-вот. Вообще, у меня была отдельная лекция о пользе алкоголя. Вот, но я вам его позже прочту. Так, теперь смотрите. Этот продукт помогает вашей коже быть эластичной. Хлюпнуть мазика на ночь – это уровень. Друзья, питаться надо не только вкусно, но и правильно. Как это делаю я. Дальше. Черная вода. Она не только удаляет ржавчину, но и выводит все микробы из вашего организма. Вот. Так что, друзья, следите за собой. А сейчас я заварю свой бич-пакет и буду отвечать на ваши вопросы. Все, чайник поставили. И еще, друзья, самое главное, вы должны знать, что есть определенные правила этикета. Черная вода пьется только из горла. Это даже в рифму. Сегодня я научил вас жизни, поэтому не благодарите меня. О, бомжатина. Ну, всякое бывает, друзья, всякое. Все, причесались, так, вот, получше, нет, похуже, так, яблочко, так, непонятно, ага, все, так, Брянская на острове, нет, ее давно уже нет на острове, Милену студию, она в комнате, ты меня любишь, полюби сначала себя. Где Милена? В будке.
где Милена, шнурки в стакане. Литва, Литовушка, тоже привет. Ты это серьезно про Сведения? Да нет, конечно, что, с ума сошли, что ли? Можно ли ко мне прийти на проект? Нет. Бессмысленно и беспощадно. Ты красавчик, спасибо. Спасибо, малыш. Стерлитамак, привет, Карина. Дети смотрят. Чему учишь, да. Но надо же развивать какой-то юмор и креатив. Похож на бомжатину. Есть такое. Привет Питеру. Привет. Со скольки лет можно идти на дом 2? Можно прям с утроба матери. Как это произошло с Василисой в семье Рапунцель. Дочка у меня красивая, спасибо, вся в отца. Будешь хуйца. Оставь себе. Сколько мне лет? 30. Че пьем? Черную воду. Привет. Здрасте. Дратуте. Противно на вас смотреть. Так глазки закройте. А ты не хочешь вернуться к Лене и уйти дочкой из проекта? Нет. Тень на Венце и Шелах. Надоело. Привет. Привет, Людмила. 133. Тема моя угощала жарить соленым кокосом в бедении? Нет. Но возможно. Отвалить его с Миленой. Да. Я тут один пока. Настена. Вы меня удивляете. Посмотреть бы на вас, на кого вы похожи. Собачку зовут Сейшик. Милена лучшая. Со мной будет еще лучше. Коткнул уже с горла. На острове, да. Сменить обстановку, да. Башня едет. Читерки такой. Чупа-чуп, хайки с мечом. Так. Вот, наконец-то, кипяточек поспел. Эфир как показывают? По телесигналам, блин. Как сам чувствуешь, у тебя есть проблем с алкоголем? Не было. И нет, и никогда не будет. Я думаю, что я на самом деле ничем от вас не отличаюсь. Такой же, как и вы, люблю по пятницам. По пятницам немножко вдарить зеленого змея. Убрать грязную щелку. Да не, она чистая. Тебе нужна с характером, а не истеричка. Да не, медленно с характером. Просто сумасшедшая, но с характером. Сколько времени сейчас? Да где-то под часик. Постоянно бухой. Ну, у вас по лицу видно, что вы постоянно тоже, так сказать, на седьмом небе отчасти. О, Марго Конеева. Спасибо, спасибо. А то тут у нас, правда, клуб каких-то святош. Тебя не видно. Пониже, блин. Сейчас сделаем. Привет, Светлав, 29, сок. Или кок. Что это значит вообще? Ну, вот, вроде бы получше. Да, Милена где? В комнате. Смотришь остров, что там на острове? Саратовская область. Так. А паштет индюшачий. Полезен для зрения. Так что рубите индюков. И так далее.
Как ты относишься к Адони? Крутой к Адони, всегда мне импонировал. Мастер своего дела. Вот. Палать миллион. Миллион. Позвал. Пища богов готова. О, спасибо, Настя. Не обращай внимания. А Фримена я всегда любил его, всегда смотрю. Сколько квартир у тебя взял? 30 квадратов всего. Не подавись, спасибо. Полные имя дочки, Мия. Позвони Милену. Милен, я тебя позвал. Ты стал выглядеть намного хуже. Ты тоже. Ложусь спать, пожелай мне спокойной ночи. Добрый. Приятного тебе, спасибо. И желание быть ведущим. Я уже веду шоу внутри своей головы. И смотреть на него. Угу. Мое отношение к ситуации между самим и сыном. Чего, развлекается? Кукушата. Самый искренний эфир. Спасибо. Бич-пакетик. А сколько зарплата? Я за бич-пакеты работаю. Как с парой сами на Насте. Отлично. Просто Настя медленно раскрывается. Как дела с Миленой? Хардкор. Какой миллион телефон? Мобильный. Так аппетитно ешь. Что тоже захотелось. Да, друзья. Пусть у нас сегодня будет флешмоб. Все по бич-пакету. Любишь Милену? Обожаю. Интересно Милену? Конечно, интересно. Она будущий астролог. И что? Ремонт квартир. Ковров. Значит, чего я договорился? А, друзья, кстати, подходка, я говорю, что вышли 3 обращения. Я должен сейчас, кстати, пойти мыться? Что за лох? Лох у тебя в отражении. Как вы думаете, Милене сейчас врезать? А? Головой об стол. А? Хватит, но мне реально неприятно. Кто лох? Ты. А не я, но у меня голова болит, хватит. Блин, и тебе сейчас яйца нахуй. Ой, Леш, кусочек вылетел. Пожалуйста. Фу, тебе воняет, шорты, пожалуйста, все, хватит, все, пожалуйста, кис. Леш, воняет гусиным паштетом. Индюшем. Все, хватит, я прошу. Леш, пожалуйста! Гав! Хватит. Ну все, ну блять, ну Лёш, заебал у меня. Хватит, блин, вот так вот себя вести на камеру, ну. Хватит, пожалуйста. Ты мне такие вопросы задаешь и удивляешься? Все, отстань. Вот так и работаем, друзья. Вот так и работаем. Лет мужику, да. Я ж не дурак. Спасибо за приятный аппетит. Хамово, фу. Без этого.
Длина у нее 13,11 миллиметров. Ешь на здоровье. Спасибо. Яночка КС. Привет тебе. Замуж ее возьмешь? В смысле, в жены? Не трогай ты этого пьера. Что проговорить, не знаю. Привет, Бако. Возьму ли в жены? Не только в жены. Никому не спится. Привет от тебя. Кому привет? Павлу К. Данна. Павлу К. Данна, привет. Милена, могу материться, да. Ты маньяк. Да, с Грильцом общаюсь. Редко. Рот с мылом. Угу. Протолкать еще что-нибудь. Жалко Милену. Очень. Привет, Латвия. Все по сценарию, да. Причем мы сами должны писать сценарий каждый день. Представляете? Если мы не пишем сценарий, то у нас тут дедовщина на острове. Вот. Бывает, что если мы сценарий не написали с ночи на утро, то очень часто бывает, что люди распускают руки и бьют нас. Не говоря о том, что уже бич-пакет не выдают. Ты под виноградным напитком? Хуже. Почему голова грязная? Потому что она в пудре. Кавказский. Че молчишь? Йове. Влад Нестер. Ну а что тут сказать? Привет. Здрасте. Красавчик. Спасибо. Со вкусом карри. Хочу ли пообщаться? Мяу. Сейчас собак начешила. Ольга Орлова. Привет, Германии. Наелся. Очень. Привет, Запорожье. Москву не отправляют. Не знаю. Но стремимся. Влад, доедем. Попьем. В чешском дворике. О! Пупсики. Камеру поправить, меня за комментами не видно. Фига себе. Уже год занимаюсь этими эфирами. Так до меня и не это. И не дошло. Вот так видно.
Привет, Винница, Украина. Милена не готовит. Готовит. Мириза 1997. Спокойной ночи. Чем с этой Миленой? Даченко 937. Спасибо. Мама хорошо. А ты ее знаешь? Фу. Да, побреемся. Какой рост вес? 1,75 м, вес 72. Сделал нормальное предложение. Как скажешь. Еще рыгнем, здесь такое шоколад обязательно для тех, кто худеет. Без шоколада нет никаких результатов, друзья. Никогда не останавливайтесь на полпути, надо так забивать желудок, чтобы живот был вздут. Мне это не подходит, спасибо. То ли чешский дворик, где, в общем, фрау Марта, чуть подальше по набережной, по курортному проспекту, там за фестивалем, такой большой ареной, то ли баварский дворик, то ли какая-то старая Бавария, как так называется, как пивоварня. Нормальная ли разница? Нормальная. Для мигрантов из Одессы, да. Долгая на доме 2, год. Вот, темперамент постели, да, наша тема. Зачем я сюда пришла? Я пришла просто заходить в интернет, а не творится. Сёпочку. Сёпочку, друзья. А вы тоже в прямом? Госпожа Майя. Всем здрасте. Сюда, Всем здрасте. В эфире телепередача «Сумасшедший дом» и двое нездоровых участников. Это Майя Донцова. Покажи океан. Мам, да блин. Сейчас. Распокажу.
В общем, друзья, всем хорошей субботы.